Пашки украли в районе Мамайки, там в 8-й бригаде. Конечно, барашки женетики, конечно, кому-то они принадлежали. Но я хозяина никого не знаю. Пошли, взяли 3 барашки маленьких. Взяли там ночью уже, где-то часиков 12, может, час. Не знаю, загрузили их, увезли. Я когда водку пью, иногда это... Я же написал, раскаялся, написал.